Кулибины – так до сих пор называют талантливых мастеров-самоучек. Жители деревни Липовое Ядринского района Артур Герасимов в свои 28 собрал два мини-трактора, самосвал, снегоход и копалку. С инженером и изобретателем познакомилась наша съемочная группа. Для создания этого вездехода Артуру Герасимову потребовалось почти год. Основой стала старенькая шестерка, а дальше кропотливая работа. Состоит из... Как вы видите, гусеницы, транспортерные ленты, двигатель жигулевский, коробка классическая, раздатка от Нивы и задний мост. Колеса также классические. Как отмечает молодой человек, во время работы приходится быть и механиком, и слесарем, и сварщиком, и дизайнером. А ведь этому он нигде не учился. Трудится Артур водителем стоматологической поликлиники, а в выходные спешит в деревню, к семье и к любимому увлечению. Идеи местный Кулибин берет из интернета. Что-то меняет, а что-то добавляет. Самое сложное было собирать вот эту гусеницу, делать каждое отверстие, каждую гусеницу по одной, каждую варить. Ушки боковые, усиливать и высверливать. В магазине может подойти любой человек купить, а это все равно своей душой сделано, своими руками. С трактором управится даже неопытный человек. Конструкция очень простая. Слева сцепление, справа газ. Даже мне с легкостью удалось проехать пару метров. Техника для сельчан актуальна, да и трудностей здесь хватает всегда. Зимой снегу наметет, летом сенокос, весной и осенью земля, которую нужно вовремя обработать. Увлечением отца интересуется его дочка, трехлетняя Милана. Даже в магазине отмечают родители, девочка вместо кукол выбирает машинки. Трактор не единственное изобретение местного Кулибина. Так, прошлым летом Артур решил облегчить своим близким процесс выкапывания картошки и за 3 месяца смастерил копалку. Теперь нужно только собирать клубни. Сейчас Артур раздумывает над созданием новой усовершенствованной модели трактора. И в ближайшее время наверняка на улице деревни Липовое можно будет увидеть новую чудо-технику. Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.